Итак, начали мы с вами, дорогие друзья, центральный, главный матч этого тура. И последний, и тут же забивает у нас на третьей минуте 10-й номер десятилетки, как это звучит. И счет на табло у нас 1-0. Дорогие друзья, центральный, главный. К воротам он уже завершил эту атаку и забил, соответственно, гол. И бьет по воротам. Бьет по воротам и забивает. Забивает гол игрок десятилетки. Не вижу я его номера. Пробьет этот мяч Магадов Ахмед. Попадает он в створ ворот и попадает он в своего же игрока. И именно он подходит к мячу, исполняет этот штрафной, попадает в стенку. И тут же на добивание подпадает он под перекладину, но вратарь. Пас. Саидов, Шамиль, врывается он в чужую штрафную, бьет по воротам. И рядом со штангой дальней пролетает. Итак, Ахмаев на Чаландарова. Чаландаров бьет. Вратарь отражает и на добивание. Шамиль Саидов делает счет 2-1. Забивает 9-й номер. И счет у нас на табло. Изначально в атаке постоянно была команда десятилетка. А теперь Зуберха взяла инициативу. Но это за счет того. Вот теперь уже разыгрывает. И Магадов разбегается. Бьет очень сильно. Бьет игрок десятилетки намного. Думаю, одна из последних атак Зуберхи. Подает у нас 37-й номер. На подборе Магадов. Бьет! Что за сумасшедший гол забивает Магадов Ахмед! Не зря мы напоминали вам о его великолепном дальнем ударе. С лету бьет он, и мяч залетает в левый угол. Наверное, разбег, удар, такой плотный удар, но мяч мимо. Здесь недалеко. Итак, Чаландаров, удар и отворот, да? Да, отворот. Ахмаев, Чаландаров, своему партнеру, там, и гол забивает гол, это у нас Ахмаев выводит свою команду вперед. Как все меняет. Десятилетка сейчас с мячом. Удар по воротам и парирует сейчас удар. Не Мухтар, такой я бы частый гость, скажем. Я бы сказал, да. Да, частый гость, так будет правильно. И вот сейчас штанга, да, штанга, по-моему, спасает вас. Отрывает свою команду. Ну и на всякий случай. Точнее, третий гол у нас забил Ахмаев Магомед, если я не ошибаюсь. Да, так и есть, все правильно. И сейчас 10-й номер. Полупрострел. Саидова. Контратака. Саидов. Удар бьет мимо. Не точно. В руки попадает мяч. Вот сколько я замечал, что за игроки. Очень хорошим в завершении, но вот последний пас у него не самая сильная сторона, к сожалению. Вот он это и продемонстрировал. И забивает Зуберха, забивает. Ну что, оправдался твой прогноз, Мухтар? Как я и говорил, забивает у нас 37-й номер Ахмедов Магомед. И счет становится у нас 4-2. Промахивается мимо мяча сейчас игрок Зуберхи. Удар по воротам и ближнему.
угол очень удачно закрыл Хирамагомед. Удара. Удар в упор к вратарю в ближний угол низом. Разбег, удар выше ворот. Выше ворот пробивает. Вот сейчас, удар и один из мячей отыгрывает десятилетка. Отличается у нас игрок под номером 10, Байбатыров. И арбитр идет и сразу показывает красную карточку главному арбитру. Ну что ж, не успел я отойти. Пустые ворота, Саидов. Нет. Будет ли гол? Будет пас. И Ахмаев. Ахмаев не смог забить пустые. Разбег, удар. Автор, какой сейв? Кто у нас герой матча? Какой сейв делает Хирамагомедов? Файзула вытаскивает этот мяч. И эту победу для своей команды. Но я бы сказал.